Всем привет! Видео снимается специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Сегодня я вам расскажу о том, как же постирать ковер в домашних условиях с помощью вот такого кёрхера. У нас вот такой кёрхер. Ковер небольшой, где-то метра полтора на два. Мы перекинули его на стойку от качели и сейчас попробуем постирать. В висячем положении не получилось. Ковер сильно болтыхается, получается, что не выбивается грязь из него, поэтому мы решили положить. А для очистки в домашних условиях попробуем, мы возьмем немножечко моющего средства обычного, там ОСП или неважно, поглотитель запаха, потому что моя беда в том, что кот мне пометил ковер, и теперь нужно удалить этот запах. Обычный спрей такой чистящий для хозяйства, дополнительно, чтобы еще пахло не кошачьими экскрементами, вот, и еще вот такой поглотитель запаха, вот они немножко одной фирмы, но немножечко разные эффекты у них здесь, они как для машины, для дома, для автомобиля, устраняют запахи, сторонние запахи табака, в общем, сейчас мы все это замешаем в банке полторашки, сделаем состав, разбавим водой, которая необходима для нашего кёрхера, и намочим данным составом. Сильно мыльный состав не делали, чтобы в домашних условиях его полегче было вымыть. А то, если будет очень много пены, это будет очень тяжело сделать. Поэтому мы разбавили нашу консистенцию немножечко на донышке в полуторалитровой воде Фэри и вот эти все моющие средства. И этим составом сейчас обрабатываем наш ковер. Мы со своей полторашки что сделали состав, все средство использовали, и теперь также в лежачем положении, не стали вешать ковер, вымываем наш мыльный раствор, что не смоется, соответственно, после того как ковер повесим, попробуем еще раз дополоскать. Все, теперь повесили и еще раз выполаскиваем хорошо, потому что все равно под самим ковром мыльный раствор этот остался. Ну и все, так оставим стекать до полного высыхания. Погодка еще позволяет. Если это видео было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Все права на видео принадлежат каналу «Все о стиральных машинах и бытовой технике». А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока!